пор. Я иногда пью снотворное, потому что если я понимаю, вот, предположим, какое-то очень важное мероприятие прошло, и ты находишься в состоянии такой, ну, ты продумываешь, что случилось, как это все произошло, начинаешь вспоминать какие-то моменты, и ты заснуть категорически не можешь. Поэтому я прибегаю к помощи снотворного. Да. Ну, это бывает не так часто, но приходится.